Я не знаю, 180 градусов. Это было сложно. Это... Собрался почти полный зал. Это очень здорово, что действительно много людей собралось. Я не ожидала, что все собрались. Я очень рада всех видеть. Я очень рада приветствовать всех, кто участвовал в выставке, участвовать всех гостей, кто пришел. Это очень сложная выставка в том плане, что сложно составить концепцию выставки было. Театр глазами художников — это, ну, скажем так, нетривиальная вещь. Год театра в России, хочешь не хочешь, но Минкульт говорит: друзья мои, вот давайте-ка замахнитесь на что-нибудь. Я думаю, о, Татьяна — человек-ураган, она в любом случае придумает, найдет художников из-под земли. Мы так посидели, пообщались, ну, в интернете. Она говорит: ну, по идее, у каждого художника в загашниках есть хоть одна работа, вот такая вот постановочная, либо в костюме, либо еще что-нибудь. И вот мы так по сусекам поскребли. У некоторых прям стопроцентные попадания, как раз тот зал, по-моему, вот где... Да, попадал. Евгений едет, он да, скоро он будет. Прекрасно. Получилась очень разнообразная, очень интересная выставка. Когда к нам приходит вдруг бабуля на спектакль, видят там потрясающих девушек. Я говорю: ну, знаете, а вот театр Виктюка тоже никто не отменял. Что вы хотите? Ну вот, так что выставка замечательная, очень разная. Спасибо вам огромное, спасибо большое участникам. Спасибо большое куратору этой выставки Татьяне, которая на самом деле вот так оно и есть. Так и спасибо, есть. Спасибо. Вот в последний момент. Я там думаю, елки-палки, они еще все разъезжаются, в общем... Я их вроде собирала все под один шрифт. А я же когда Word скинула, это не Word, это не к открытию. Вот, но действительно, тут достаточно сложно было собрать людей, все это организовать. Все это делалось еще параллельно с моими поисками работы, с заказом, с другой работой. Это было сложно. Это было сложно собрать людей, как ни странно, потому что я себе располагала, что это будет намного проще. В итоге многие люди... Многие художники всерьез полагали, что ничего общего с театром в их творчестве нет, но это не так. Вы открыли им глаза на их творчество, да, получается. Да, то есть концепция выставки... Концепция выставки — это как раз... Ну, что соединяет театр и живопись, это даже визуальная составляющая, такая очень эфемерная визуальная составляющая, потому что искусство... всегда ограничено в рамки, временные рамки, как в театре, там, рамки холстов, рамки, чисто технические рамки. Но вот эта вот тонкая эфемерная прослойка, вот тонкий красочный слой, который отделяет искусство от реальности, который творит художник, и это маленький тончайший красочный слой, слой искусства. Опять же, тут тоже, понятно, сразу возникает вопрос, там, что считать искусством, но...